Иди ко мне. Давай. Ой. Давай. Семья воссоединилась. Опа. Здорово. Ян, Саша сюда приехал для чего? Для того, чтобы познакомиться с Ливой? Саша очень соскучился по маме, и поэтому 5 дней он проведет с мамой. Понятное дело, что он проведет время с тобой, это так здорово, непоседа. Но Илья же не просто так здесь? Ну, это его, наверное, надо спросить. Или ты хочешь понять с помощью Саши, к кому он потянется? Нет, он у меня мальчик общительный, он со всеми будет общаться. Ну, может быть так, вот кому он потянется, к тому и мама потянется, но вот не надо. Смотреть на обстановку. Ну а пока вот до моего появления он кому-то еще проявлялся? Да. Кому? К Сергею проявлялся. С Ильей ходил, с Грантом ходил. Ребята, 5 дней Сан Саныч с нами. Используйте эту возможность, молодые люди, будущие папы, чтобы общаться с маленькими детьми. Это на самом деле не всем дано. Папа! Он и здесь. Встретим новых участников, мы обязательно должны обсудить наши темы. Сан Саныч, нам надо обсудить серьезную тему, потому что от нас тут на сутки уехали отдыхать кое-кто. Репин и Безус, Сан Саныч. Да. Репина вернулась. Вернулась. А вот Безус почему-то через сутки. Да. Замызганный, Леш, грязный, потертый. Ну, потому что застрял на машине в лесу. А почему ты не с Таней Репиной застрял в лесу? Почему Таня здесь оказалась, а ты где-то в другом месте? Тане не нужна была моя поддержка и какие-то слова, поэтому мы выходной был не вместе. Леш, ну а как ты-то в лесу-то оказался? Что за медитация? Очень просто. Я приехал к брату на могилу, да, сейчас с ним немного прибрался. Вот. Потом мне заводилась машина. Я думал, это знак какой-то. Рядом была церковь, я пошел в церковь. Поставил свечки и четко устал в церкви и уснул в церкви на час. А потом думаю, как-то все тянет меня туда, как-то вот не отпускает. А потом думаю, здесь же я в поле, в лес, посмотрю там на закат, на все остальное. И вообще машина застряла. И я, короче, с 10 вечера до 2 ночи там в грязи и ковырялся, и палки делал, там что-то пытался достать, но не получилось. И в 2 ночи приехала сестра и говорит, давай это к нам поедем, а завтра разберемся. А что не набрал? Телефон не работал, чтобы позвонить, сказать, Таня, Таня, не волнуйся, все в порядке. Не, я на связи был, я только вот ребята звонили, я им не отвечал, а Таня я отвечал, но она не звонила. Она только сегодня позвонила с утра, спросила где-то. Я сказал так и так. Тань, мы к чему идем вообще? Вроде бы все у вас наладилось, а нам на момент это показалось. По-моему, не так все хорошо. Не знаю, состояние такое.